Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, по нашей замечательной традиции, я покажу комментарии, ребята, из прошлого видео. Они находятся, уже многие догадываются, где? Конечно же, в моем багажнике. Открываем багажники. Та-да-да-дам! Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня я хотел... А, да, кстати, перед тем, как я начну, я хочу сказать, что если у вас не получается никаким образом попасть ко мне в ролик, ну вот не знаю, вот просто не получается, то в таком случае вам поможет кодовое слово, которое вы должны найти где-то в ролике. Для этого необходимо досмотреть ролик до конца и смотреть его очень внимательно, потому что либо в начале, либо в середине, либо в конце подсказки не даю, будет находиться кодовое слово, с помощью которого вы попадете в следующий ролик. Когда вы его не найдете, нужно будет его написать в комментарии. И все, дорогие друзья. Иногда лучше досмотреть до конца, потому что в комментарии иногда пишут люди неправильные кодовые слова. Поэтому лучше, конечно же, досмотреть до конца и найти его самому. Потому что есть такие жулики, которые хотят попасть в ролик и не смотреть ролик до конца. Но мне кажется, это нечестно. Поэтому досмотрим до конца. Садимся, получается, поудобнее. Берите с собой там чай, кофе, печенюшки. И слушайте то, что я буду рассказывать, дорогие друзья. В общем, что хочу сказать. Сегодня мы будем с вами прокачивать Dodge Challenger до того уровня, чтобы сделать из него полицейский. Сегодня я вам покажу новый лайфхак из обновления, как из обычного Dodge сделать реально полицейскую тачку. И на самом деле это очень легко. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и сейчас мы с вами начнем. В общем, дорогие друзья, чтобы у нас все заработало, нам нужно взять Dodge Challenger абсолютно новый с магазина. И важное, внимание, ничего на нем не делать. Вот как купили его, вот так вот и ничего не делать. И когда вы зайдете в первый раз в гараж, у вас все получится. То есть, если у вас уже был до этого Dodge Challenger и вы его модифицировали, то ничего у вас не получится. Обязательно важно иметь оригинальный Dodge Challenger с завода, который был только что куплен. Как видите, у меня он такой и есть. Я его только что купил, и сейчас мы с вами едем, получается, к автомеханику. И важно сделать некий прикол, сейчас покажу какой, и тогда сработает полицейский тюнинг. В общем, смотрите. Для этого мы заходим, вот, получается, в гараж, в автомастерскую, внимательно смотрим, ребята, делаем краску, получается, более такую полицейскую, это именно, наверное, будет где-то темноватая, вот такая, вот такая вот. После чего мы с вами идем в тонировку, делаем ее где-то, блин, вообще без разницы, делаем вот такую вот черную, просто черную, это не важно на данный момент. После чего диски оставляем того же цвета, внимательно запоминаем. После чего мы с вами прокачиваем все уровни прокачиваем. И обратно доводим до стока. И так мы проделываем со всеми деталями. Ребят, это важно, тогда баг сработает. Проделываем, опа, и в сток. После чего опять Т1, Т2, Т3. Давайте диски под тормоза прокачаем. Опа, и сток. После чего опять, давайте с этими тоже жестянками тоже так же сделаем. Прокачиваем, прокачиваем, прокачиваем. И сток. Опять выводим в сток. Так, до стока мы довели, окей. Теперь опять Т1, Т2. Давайте проводим этот глушитель до Т5, опа, и опять в сток. После чего мы опять Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и опять в сток. После чего мы берем вот эту штучку и опять Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и опять берем и делаем сток. Вот так вот. После чего опять Т1, давайте двигатель тоже прокачаем, Т2, Т3, Т4, Т5 и опять в стоковое состояние завода. Также дисковые тормоза прокачиваем до конца, до конца, до конца в сток.
а потом внимательно доводим до 4 уровня. Это очень важно, ребята. Благодаря этому все у нас сработает и будет отличненько. Опять Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и сток. То есть нужно купить все, получается, прокачки и довести их опять в стоковое состояние, но единственное, оставить дисковые тормоза на Т4, потому что с такими характеристиками ездить до челленджа полицейский, после чего делаем развал, точнее, получается, не опускаем, ничего не делаем с машиной, оставляем ее на таком же уровне, это мы ничего не трогаем, выбираем колеса, получается, какие, по-моему, за 6500, да, за 6500, и размер сток оставляем, 6500, запоминаем, они у нас идут, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, короче, после штампов это третий, вот, будет так легче, после штампов это третий колеса. Дальше, дорогие друзья, мы делаем номера, оставляем, ничего не трогаем, номера оставляем такие же, получается, двери оставляем такие же, ничего не делаем, получается, полицейскую ставим эту штучку, дальше мы ставим вот эти вот, покупаем их тоже обязательно, после чего их опять убираем, они должны быть спрятаны, после чего покупаем эти тоже, и они будут опять спрятаны, убираем их, после чего покупаем задние, они тоже должны быть спрятаны, и убираем вот так, опа, отлично, убрали их, и теперь очень важный момент, очень важный, убираем тонировку, получается, убираем ее полностью, чтобы ее не было, и теперь мы остался такой вот нюансик, добрать цвет до самого нужного варианта, чтобы он прям подходил под цвет, получается, полицейской тачки, он где-то будет такой, после чего, когда мы довели, получается, технические характеристики до того уровня, до которого они должны быть, и диски заводские, как должны быть на полицейских тачках, теперь у нас должен сработать баг с тем, чтобы у нас, получается, получилась такая раскраска, получается, полицейская. После этого у нас должен сработать баг, с которым у нас окрашивается тачка в полицейский вид, в полицейский тюнинг, то есть будут наклейки police. В общем, ребят, это важно, и теперь пробуем, сработал ли баг или нет. Так, дорогие друзья, ну-ка, блин, не сработал. А, все, ребят, я понял, отлично. Стоп, не расходимся. Дорогие друзья, это не шутки. Сейчас остался последний штрих, с помощью которого я забыл еще один момент. Что, оказывается, не-не-не-не, так. Мы прокачали не до того уровня тормоза, да, Т3, вот он. И теперь все, работает. Ну-ка. Вот и все, дорогие друзья, сработало! Воу! А я-то думал, что не сработает, но все-таки это работает. Вот, дорогие друзья, на самом деле не так уж-то и тяжело это было сделать, но все-таки у нас получилось сделать то, что я именно и хотел, а именно заработать на полицейский Dodge Changer. Оказывается, этот баг все-таки работает, потому что я на самом деле думал, что это не работает штука именно с этими техническими характеристиками. Странно, но все равно денежки чуть-чуть отбавляются почему-то. Я не знаю почему, но с баланса они все-таки упадают. А, скорее всего, это из-за покупки, получается, внутриигровых этих штучек. Но ладно, все-таки я хочу сказать, что баг рабочий, и мы можем действительно заработать вот такой вот полицейский тюнинг. И как, ну-ка, проверим, мигалки работают? Да, отлично, все, и стробоскопы, которые мы поставили назад и спрятали, они тоже работают, и спереди, и сзади, то есть они все-таки есть. Ребята, то есть это нифига, никакие не шуточки, а именно реально рабочий баг, с помощью которого вы можете получить настоящий Dodge Changer полицейский. Еще раз я говорю, важное внимание, дорогие друзья, то, что нужно обязательно иметь заводской Dodge, то есть вы должны его только купить на аккаунте, он должен быть без прокачки, без ничего, потому что если уже он у вас прокачан был когда-то и вы заезжали в автомастерскую, то, увы, баг не получится. Поэтому, если у вас еще нету доджа, самое время его покупать, потому что это самое лучшее, что может быть на самом деле в данный момент в игре. Поэтому, блин, баг рабочий, и я думаю, за это я заслужил, в принципе, лайкосик от вас. Лайкосик-то я заслужил, поэтому, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии, как вам такой видос, как вам такой баг. Если хотите еще баги, я могу показать, то, конечно же, я могу показать, только с вашей поддержкой. Если вы досмотрели ролик до конца, напишите кодовое слово
арест. Все те люди, кто напишет слово арест, обязательно попадут в мое следующее видео. А это я, Личи. Надеюсь, вам мои видосы такие понравились крутые, потому что я реально, ребят, для вас стараюсь. Хочу показать вам больше крутых багов и приколов, которые у меня есть, получается, в секретиках. Поэтому пишите кодовые слова. Ну а с вами был ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзья!